Отчета нечего, мне сегодня красным карандашом написали на домашке Great Work. Нечего это записывать, да. Ну все. В общем, все. Привет, ребята! Как бодрость духа! Вы на канале It's My Life, и мы начинаем очередной коллежский влог. Привет! Сегодня у нас был фитнес и была музыка. Была музыка, да, учитель по фитнесу спросил, нуждаюсь ли я в карте. Для тех, кто не видел, смотрите, как моя жена всех развеселила. Вот, он, походу, мне теперь карту даже до дома будет выдавать, чтобы я не забыл. Ее карта — это фишка теперь. Да. Ну да. Так и что было на фитнесе, что вы там? А ничего, он нас сегодня отправил просто прогуляться до ближайшего Старбакса и вернулись. Мы, кстати, как-то очень быстро, там буквально 2 мили. И он, мы стоим такие, не поняли, думаем, может, еще по стадиону пойдем походим или что. А он говорит, у нас осталось 3 урока. Говорит, вы вообще, говорит, уже хорошо за семестр подготовились, можете идти. И, в общем, мы разошлись. Вот. А по музыке мне сегодня на-на-на. Ну что ты, да, никто ничего не увидит, смотри, что ты показываешь. Да, что я показываю? Написано, дальше, пятерочкой греет. Дальше к стеклу отведи, чтобы было. А он просвечивается. А-а-а. Ты в камеру смотри, что ты видишь. Чего в камеру не вижу? Я со зрением. Так, ну ладно, хватит вот так вот показывать. Видно. Что я еще покажу? Так что там ты показывала, расскажи, ты показывала мне еще. Это моя домашняя работа. У нас сейчас начался очень сложный материал в музыке. Мы изучаем триады. В общем, я не знаю, что это, но я очень сильно стараюсь. Трачу примерно по 4-3 часа на домашку. И вот сегодня у меня пятерочка. Так а почему пятерка, а не тройка? Тройку ставят, когда инкомплект. У нашей учительницы была музыки свое видение оценок. Это сверхкомплект у тебя? Нет, максимально она считает, что за домашку она может поставить 5 баллов. Я не знаю, почему у нее, вот у единственного человека в колледже, свое какое-то видение оценок. Mm-hmm. Когда ты делаешь полностью всю домашку, все хорошо, она ставит 5. Если ты что-то недоделываешь, делаешь неправильно, если ты что-то делаешь неправильно, то это будет 4. А если ты какое-нибудь задание вообще не сделал, то тогда это 3. Ну и там уже поубывающие, короче. То есть она как-то ломает систему? Она вообще странная такая. Так, а скажу, что А-грейд? А общий грейд какой у тебя по классу? Общий у меня B. Угу. Все равно B, понимаешь? Даже вот то, что я тогда экстраворк делала, все это она все равно B у меня. У меня получается либо просто B, но все будет в зависимости от экзамена, как я напишу. Либо B, либо B с плюсом. Я бы, конечно, хотела лучше A с минусом, но походу мое желание не будут учитывать. Вот. Сегодня я очень старалась, выходные, я просто сидела над музыкой и вот досидела. Итак, сегодня учительница наша, у нас остается до конца семестра 3 класса только, и мы начали сегодня проходить новую тему, и она сказала, ну вы, говорит, смотрите сами, последний наш, говорит, урок, это будет final exam, последний, ну, короче, полностью финальный экзамен. И, говорит, вы еще должны тест написать, потому что сегодня начали учить. Как вы хотите, говорит. Завтра, ну, грубо говоря, в среду его писать. Или попозже, но это тогда может совпасть с днем экзамена. Ну, у нас одна девочка есть, у нее музыкальная цель. Она так красиво распевается в классе, так, знаете, так, как эта самая оперная певица постоянно. В общем, она такая говорит, а давайте уже, говорит, напишем в среду. Я думаю, твою же ж, какая ты... Половина класса, знаешь, мне кажется, как в мультике Том и Джерри захотела достать большое ружье и пристрелить ее на месте. Понимающая. Вот мне еще неделю надо думать, чтобы понять, про что они там сегодня поговорили. А она уже собирается в среду писать экзамен. Ну и как бы учительница наша очень любит. У нее любимчики те, кто имеет музыкальную цель. И как бы раз эта девочка сказала, что она готова писать тест, то походу в среду у нас будет тест, потому что она сегодня начала объяснять. Поэтому это значит, что сегодня весь вечер, завтра весь вечер и послезавтра утро я буду сидеть над тем, чтобы понять тест. А то, чтобы вообще разобраться, о чем это будет на этом тесте, то разговаривать. Что у нас там будет? Вот. Такие дела.
А на последнем экзамене она сказала, что у нас будет 2 часа, и будут, короче, что-то надо будет писать, определить, музыкальный диктант будет. В общем, все больше и больше туда не хочется идти. Потому что я, если так, я уже немножко понимаю в нотах, как там что записывать, эти там майноры, мажоры, миноры, там всякое. То вот когда она наигрывает что-то, но я могу угадать. У меня угадать мелодия получается. Иногда я угадываю, но как-то, блин, в основном не очень. Надо пельше позвать. Да, да. Ну, понимаешь, там можно, если, грубо говоря, если следить за ее руками, даже не сидя рядом с ней, можно понять, потому что когда в одной, короче, когда мейджор играют, да, то она не перескакивает на черные клавиши. Ну, в общем, можно для себя, я для себя какую-то схему уже имею, несколько раз на диктантах она у меня подтверждалась, поэтому можно просто угадывать. Ну, честно скажу, что я угадываю в основном. Я не чувствую музыку так, как чувствует вот эта девочка, которая так делает. Вот. И с этим у меня проблемы. С чем у меня проблемы была, я рассказывала тебе. 2 притопа, 3 прихлопа. С ритмом у меня проблема. Вот с ритмом у меня вообще беда и огорчение. И вот если, конечно, будет на экзамене много вопросов по ритму, то всем спасибо, все свободны. Главное, что мы все живы и здоровы. Потому что по ритму, вот даже когда мы пробовали, короче, когда отхлопывают мелодию, когда короче, у меня это все получается как-то, ну, не важно. Вообще не важно. Ну, ничего, как-нибудь будем учиться. Мне вообще нравится позиция одной моей знакомой. Она из... Блин, это... Короче, это что-то на... Заканчивается, вот как Казахстан, Татарстан. Вот у нее тоже что-то так заканчивается. Узбекистан. Но... Может, Узбекистан? Ну, короче, что-то там. Вот, так вот она оттуда. И когда мы были на самом начальном... На самом нашем, скажем, начале в колледже, мы с ней вместе брали один класс по чтению, и она говорит, а я уже, говорит, вот вошла, она что-то брала для такое для меня очень невероятное просто. Я говорю, а как ты будешь учить это? Говорю, ты же английского еще не знаешь, чтобы учиться, надо знать язык, на котором ты будешь учиться. Ну, и она такая скромно руками так развела, говорит, ну, как-нибудь потихонечку буду учиться, вот и я на музыке, как-нибудь и потихонечку, потому что я ритм не слышу. Я не могу, вот если она нахлопала мелодию, я не могу ее повторить. Не, ну мне кажется, что я повторяю, но я повторяю. Ты не можешь нахлопать ее так же, как она. Да, я не могу. А когда еще она, допустим, говорит, что вот отбивать один ритм ногой и прохлопывать ноты, вот типа ногой ты делаешь там раз, 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 и руками, а руками отхлапываешь этот момент, нужно, допустим, 4 раза успеть хлопнуть, 2 раза успеть. Это вообще все трындец. У меня все идет в разнобой. Одна рука в одну сторону. Ну, в общем, она мне потом, увидя, что у меня очень большие проблемы с этим ритмом, она подошла и спросила, у тебя точно нету музыкальной цели? Я говорю, не, говорю, чисто для души. Она говорит, тогда не надо ножкой топать. Говорит, хлопай просто в ручки. Вот. Ну, вот так забавно, короче, день прошел. Так что учиться, учиться, еще раз учиться. А мы сейчас гонимся в русский магазин Джонс и 99 центов. А что нам в русском магазине Джонс? Почему магазин русский Джонс? Потому что... Он не русский, он армянский. Он не русский, да. У него просто хозяева армяне, так говорят. Ну и, в общем, они там больше и видны, как начальники. Да. Но его называют русским, потому что все армяне, грузины, украины, белорусы, все... Это все русские люди в Америке считаются. И, в общем, поэтому, что его держат как бы русские, получается, они завозят туда специально для русских русские продукты. Там даже гречка есть. Там есть гречка, там есть бабушкина крынка, ну кто, наверное, там есть кефиры, там есть российское пиво Балтика, и Жигулевское, и какое-то... Шампанское советское. Да, и Аленка, и всякое-всякое. Аленка там точно есть. Но если вы... любитель русских продуктов, готовьте баблосы, потому что, они как что бы это грустно не звучало, но русский русского не обидит. И, как говорится в армии, поиметь земляка, это как побывать на родине. В общем,
на родине тут бывают все часто, кто любит сюда захаживать. Вот. А мы ходим туда покупать колбасу, потому что, ну, не обязательно русскую, опять же, там есть всякая московская, еврейская и прочие такие вот, типа, бренды, которые есть на постсоветском пространстве. Мы ходим, потому что, ну, вот мы покупали в Костке колбасу, там еще где-то. Все-таки она немножко непривычная для нас, и ну, мы, скажем откровенно, молочь у нас есть только. В общем, мы колбасу-то сами по большому счету и не едим. Ее у нас любит только Сашка. Поэтому мы иногда его, чтобы побаловать, ходим покупать там колбасу. Кот, ну ты вообще классно сказал, чтобы побаловать колбасой ребенка. Ну побаловать, ну в том плане, что он не голодный. Он просто иногда вот как... Ну вот кто-то хочет конфет, а вот он хочет колбасы. А мы халву еще мне там покупали. Да, так я же рассказываю. Ну это просто, ну понять надо. Для этого надо смотреть наши влоги, чтобы понять, кто чем балуется. Вот. Ну в общем, это то, что мы кушаем, мы кушаем. Ну колбаса это так, купил, поел и забыл на 2 месяца. Через 2 месяца захотелось, пошел, купил там колбасу. Один раз мы там рыбу купили эту. Ставриду или как ее там. Ой, один раз мы там такую рыбу купили, что потом уже не знали, что с ней делать. Да, это было мороженое какое-то. Да, какая-то это была не рыба, фигня. А мороженый картон был. Да, я вообще, я вот такой первый раз в своей жизни. Ну это оставим, это ерунда. Это потому что ерунда. Не надо там покупать, потому что есть нормальный магазин. Тут можно купить торт Наполеон, да? Или какой он мы покупали? Был. Наполеон да. Покупали, Наполеон. Очень вкусный, мне понравился. Тут можно купить заварные пирожные. Заварные, да, с кремом, заварные трубочки, пирожки, кто страдает, да. Вот, хочет. Но, халву. Но мы нашли вроде бы заварные пирожные в Smart & Final. Скоро будет сравнительный тест, не пропустите, ставьте колокольчик. Вот, мы покупаем здесь халву, мы покупаем здесь иногда украинский мед или украинский, пускай поправят товарищи, которые оттуда, как правильно. Ну, на свой манер, короче, нам без разницы, как сказать. Все поняли, короче, мед с Украины. Орехи лесные мы здесь тоже брали. Ну, пару раз, в общем, как-то. Ну, в общем, ну, честно говоря, этот магазин как-то, он страдает тем, что на русские, скажем так, товары цены завышены, а на товары, которые типа у нас распродажа, то, ребята, ну, такая распродажа и даром не надо, потому что помидоры, которые подгнили, называть это распродажей, это не распродажа, это заберите даром. А цены как нормальные стоят, да? Вот. Ну, в общем, пойдем сейчас, что будем покупать, вы увидите. Прошлый месяц у нас закрылся на какой сумме? Где-то 400... 20-430. Нет, кажется. По-моему, мне кажется, 446. Ну, блин, я так... Ну, мы посмотрим. Считаю. У меня еще и с математикой. Уточним. Вот. Получился он чуть больше, потому что тут был у нас праздник. День Благодарения. Мы покупали всякие ненужности. Вот. Ну, все, идем делать магазинный влог ценовой. Увидимся в магазине!